Rock Doyle. Официальный партнер холдинга Life is Good представляет образовательный курс специально для зрителей Life is Good Life. Привет, я Боб Дойл, один из авторов фильма и книги «Секрет». Уже много лет я сотрудничаю с Life is Good. Я считаю большой честью иметь возможность представить вам 4 видеомодуля, и очень надеюсь, что эти курсы помогут вам справиться с той ситуацией, которая сложилась сегодня в мире. Сейчас много людей испытывают огромный стресс и чувствуют неуверенность в своей жизни. И поэтому я хотел бы отнять немножко вашего времени, чтобы помочь вам сфокусироваться на том, что действительно важно, и на самом деле немного лучше разобраться в том, какими средствами контроля за ситуацией вы обладаете. Итак, мы разделим нашу беседу на 4 части, и первая из них будет касаться непосредственно вашего мозга. Ну что же, я больше всего известен преподаванием закона притяжения в «Секрете» и других похожих проектах. И эта тема для разговора во многом посвящена энергии, вибрациям и тому подобному, а также силе позитивного мышления в некоем метафизическом ключе. И все же, несмотря на то, что я большой сторонник всего этого и считаю такой подход к обучению этим принципам весьма эффективным, порой во времена, как сейчас, людям действительно нужно больше практической информации. Им нужно то, что они смогли бы использовать, без необходимости построения какой-то новой интересной системы взглядов о том, что все мы связаны, без всех этих разговоров. Итак, недавно я начал переводить этот диалог в практическое русло и рассказывать о биологии того, как мы создаем наши ощущения реальности. И я не говорю о метафизическом. Мы создаем что-то через направление энергетических потоков. Я говорю о нашем обыденном ощущении реальности, о череде моментов и о том, что в действительности им управляет. Поговорим сперва об этом, потому что без понимания того, как все устроено, вы не сможете эффективно применить другие знания, которыми я с вами поделюсь. Вам может показаться, что вы что-то такое уже слышали, или у вас появится некая ассоциация или рефлекс, который заставит вас действовать вразрез тому, что лучше для вас самих. Это я вот о чем. Итак, давайте поговорим о том, как мы на самом деле представляем реальность. Где происходит процесс создания ощущения реальности? Это происходит у вас в голове и происходит постоянно. Мы живем в море обстоятельств. Вокруг нас все время что-то происходит, и мы вкладываем смысл в эти события. И дело не только в отдельных фрагментах. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, мы рассматриваем все ее составляющие, а наше подсознание постоянно формирует связи, ассоциирует все, что происходит, с ощущениями, которые оно испытывало в прошлом. И эти ассоциации появляются мгновенно и машинально, вызывая определенную эмоцию. Эта эмоция и является вашим представлением о реальности. Она дает ему качественную оценку. Представьте, что вы находитесь в определенной ситуации, и вам нравится то, что происходит. Все ваши ассоциации носят положительный характер, а вы испытываете радость, чувствуете себя счастливым, спокойным или влюбленным. Но факт остается фактом. В этот момент вы наполняете эту ситуацию смыслом. И все это зависит от того, как запрограммирован ваш мозг. У каждого из нас в голове целый набор программ. И так было с самого нашего рождения, или даже раньше. Когда мы рождаемся, наш мозг абсолютно чист. И вот мы начинаем получать данные от родителей, из окружения, позже от учителей, из того, что мы могли увидеть по телевизору или услышать по радио. В наш мозг попадает столько всего, и все это буквально создает в нем нейронные пути. Эти нейронные пути, то, как они образуются, определяет наше восприятие происходящего. Но это происходит машинально. Мы образуем эти связи неосознанно. И мы просто впитываем это, потому что мы дети, или младенцы, или даже молодые люди, или даже взрослые, которые пока еще не знают о том, что эти программы можно контролировать. Мы не понимаем, что способны оценивать то, что видим и слышим, и определять,
является ли испытываемое нами чувство верным. Мы этого не знаем. Поэтому мы верим всему, что нам говорят. И вот эти нейронные пути фиксируются у нас в голове со временем все сильнее и сильнее, пока вы находитесь в том же окружении и постоянно возвращаетесь к тем же мыслям. Итак, история взросления каждого, кто смотрит это видео, уникальна. Они родились в разных местах и в разных семьях. Все было по-разному. Индивидуальные системы ценностей их родителей могли отличаться. То, в какую они школу ходили, где получали образование, опыт общения с другими людьми в процессе взросления — все это попадает в мозг, который как будто говорит: «Запрограммируйте меня, я готов учиться». И вот потому, что в раннем возрасте вы не обязательно склонны к оценке, все это становится вашими убеждениями. Все, что вы через себя пропускаете, становится вашими убеждениями. И это формирует призму, через которую вы смотрите на мир. У всех эта призма немного отличается, потому что каждый из нас запрограммирован абсолютно уникальным образом. У многих из нас этот набор программ чем-то схож. Мы разделяем идеи и представления об определенных вещах, как группа или как несколько групп. У всех, кто смотрит это видео, есть нечто общее. Вы — часть этой компании. Ваш образ мысли построен вокруг этой компании, вокруг этого бизнеса. Но вот насколько вы успешны, к чему стремитесь? Эти представления различаются. Для многих возможность быть частью этой компании означает одно и то же. Но по сути своей, у каждого свои интересы и убеждения. Поскольку каждый из нас обладает уникальным образом мысли, мы абсолютно по-разному придаем значение происходящему. У каждого из нас своя правда. В тех случаях, когда кто-то с нами не согласен, мы должны заставить их с нами согласиться, потому что нас так запрограммировали, нас так научили. Ведь очевидно, я прав, а они нет. Уверен, вам знакома ситуация, когда в разговоре вы понимаете, что вы правы, а ваш собеседник ошибается. У вас есть все доказательства, чтобы подтвердить свою точку зрения. И все же этот человек абсолютно уверен, что это вы не правы. И у него есть все необходимые этому доказательства, чтобы подтвердить его точку зрения. Люди могут представить вам эти доказательства, а вы можете ответить: «Это не доказательства». Также вы приводите свои доводы, а они говорят: «Это неверно». Так почему же два человека могут смотреть на один и тот же предмет и видеть его абсолютно по-разному? Все это из-за вашего мировоззрения. Из-за того, что ваш компьютер запрограммирован не так, как их. Таким образом, почти невозможно ожидать, что кто-то изменит свою точку зрения в отношении того, что его сильно волнует, только потому, что вы этого хотите и предоставите убедительные доказательства. Потому что они думают по-другому. То, что логично для вас, не обязательно логично для них. Итак, кто прав, а кто нет? Никто не прав. Правда в том, что правда очень субъективна. В конце концов, прямо сейчас у вас создается представление о том, что истинно в вашей реальности. Что вы смотрите это видео, что вы сидите, где сидите, как вы ко всему относитесь, что происходит в мире, что из того, что происходит в мире, правда, что будет с вами. Все эти представления исключительно ваши. Итак, вся прелесть в том, что ваш мозг способен меняться. Эта нейропластичность останется с вами на всю жизнь. Возможно, когда вы взрослый, это происходит не так быстро и легко, как в детстве. Но это все же происходит. Мы все еще можем изменить наш мозг, а значит, изменить наше восприятие реальности. Поэтому даже когда мир погрузился в хаос, это не значит, что вы должны следовать за ним.
Вы вправе не согласиться реагировать на новую реальность так же, как все. Но это не значит, что можно начать вести себя безответственно. Главное — это ваше отношение к ситуации и то, чем вы позволяете ей для себя стать. Влияет ли она на вас негативно с эмоциональной точки зрения, что, несомненно, в конечном итоге начнет проявляться физически. И определяет все это та мысль, что у вас появляется. Вы смотрите на ситуацию и думаете: «Ой, нет, это плохо». И когда у вас появляется эта мысль, и это вызывает такую эмоцию, ваш организм вырабатывает ряд химических веществ, и у вас появляется физическое чувство того, что все плохо. И все это вызвано одной мыслью, всего лишь интерпретацией обстоятельства, на которое вы научились реагировать. Общество научило вас реагировать так: «Ой, это плохо», или вам твердят: «Эта ситуация скверная, вам должно быть плохо, вы должны злиться, вы должны испытывать стресс, вы должны грустить». Мы усвоили все это, пока росли. И вот просто верим в это, и это наша машинальная реакция, когда что-то не оправдывает наших ожиданий. Это человеческий рефлекс, когда наши ожидания не оправдываются. И мы усвоили, что когда это происходит, нам нужно начинать злиться или винить кого-то. Но вам вовсе не обязательно злиться. В любой ситуации у вас есть возможность подумать о чем-то еще. И в другом видео я буду говорить о том, как можно применить этот прием на практике, чтобы перестать постоянно уповать на милость вашей программы. Но что я действительно хочу, чтобы вы вынесли из этого разговора, посмотрите это видео несколько раз, если нужно, так это то, что ваш мозг способен меняться. Единственная причина, по которой вещи остаются для вас такими, какие они есть, заключается в том, что вы снова и снова прокручиваете в голове одни и те же мысли. Вы реагируете на внешние обстоятельства одинаково, снова и снова. Я уже очень долго учу людей подобному, и люди склонны винить себя за то, что так поступают, за то, что мыслят негативно, за то, что включают защитный рефлекс, когда нужно быть благоразумнее, потому что они так долго этому учились. Что вам нужно понять, так это то, что этот комплекс программ работал в вашей голове всю жизнь. Неосознанно, поэтому бороться с ним трудно. Итак, на то, чтобы сменить программу, потребуется какое-то время. Так что берегите себя. А это еще один повод для разговора в будущем. Забота о себе в такие моменты. Поймите, что когда вы перенастраиваете внутреннюю программу, вы буквально меняете биологию своего тела, чему, собственно, и посвящен этот цикл видеороликов, чтобы вы смогли прежде всего справляться с нынешней ситуацией в меру своих сил. Не расстраиваясь понапрасну, что ведет к недостатку креативности и находчивости и не принесет вам пользы. Вместо этого используйте это время для того, чтобы прислушаться к своему творческому началу. Главная цель этих четырех модулей — чтобы вы нашли для себя новые пути, как справиться с этой ситуацией, создали для себя новую жизнь, когда все это закончится. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы способны повлиять на сложившуюся ситуацию всего одним решением, одной мыслью, но совсем другой мыслью. И если вы готовы начать процесс перепрограммирования вашего мозга, даже если это сложный процесс, ведь столько лет вы работали по одной схеме, вам придется постараться. Ибо альтернатива — застрять на одном месте.
буквально не стремиться изменить ваше мировоззрение, стать тем, кем вы могли бы быть, или улучшить положение ваших дел, потому что вы продолжаете твердить одно и то же, снова и снова. А значит, вы ведете себя одинаково, раз за разом. Для мира вы статичны, поэтому и положение ваших дел не изменится, потому что вы сами не хотите меняться. Так что миру незачем реагировать как-то иначе, верно? И причина, по которой вы являетесь теми, кто вы есть, в том, как запрограммирован ваш мозг. А значит, если в течение всего этого процесса мы сможем создать для вас более вдохновляющий образ того, кем вы хотели бы быть, начать процесс перестройки вашего мозга, чтобы подстроить под вас новое представление о себе и следом создать видение для всех остальных сфер жизни, основываясь на том, кто вы есть, тогда ваш мир действительно изменится. Итак, я надеюсь, что я поставил для вас осознание необходимости перепрограммирования на передний план, чтобы вы могли перестать ощущать себя жертвой собственных реакций и мира в целом, и понять, что в следующих трех видео я дам вам ряд практических шагов по тому, как начать менять эту программу и создать для себя источник новых возможностей. Я с нетерпением жду нашей следующей беседы.